Всем привет! Вас приветствует Настя Кальченко. И сегодня мы с вами сделаем вот такую вот ракетку для кукол. Теннисную ракетку для кукол. Нам понадобится вот такая вот любая сетка. У меня это для сетка для шпаклевки. У вас должна остаться от ремонта. Вот. Сетка, клей ПВА, ножницы, кисточка, если нету кисточки, можно взять любую в одну палочку, шаблон ракетки. Картон, любой старый картон. Для начала на картоне нарисуем, берем шаблон, вот два таких шаблончика. Еще нам понадобится карандаш или ручка, ручка или карандаш, вот. Вот, я взяла ручку и обвожу наш шаблон. Вот, обвожу шаблон. И внутри тоже. Прежде чем как нарисовать шаблон, надо сначала его нарисовать на бумаге в клеточку. А потом уже рисовать. Вот, я нарисовала одну ракетку, сначала одну сторону ракетки. Вот, сейчас я вырежу ее. Вот, вырезаю ее. Вот, картон пока что убираю в сторону. Вот. Ножницы тоже. Вот. У нас получился такой шаблончик. Теперь этот шаблончик мы вырезаем по контуру. Сначала я вырезала неаккуратно, потом по контуру. Так вот вырезаю по контуру. Вот, мусор лишний я убираю, и вот так вот вырезаю, вот, значит, внутри можно вырезать маникюрными ножничками. Я буду вырезать обычными ножницами. Сейчас. Можно взять и маникюрные ножнички. Я возьму лучше маникюрные, вот. Можно не маникюрные взять. И вырезаю внутри вот этот кружок. Вот. Маникюрными ножничками. Но если вы сможете вырезать большими ножницами, то вырезайте большими ножницами. Вот. Мусор нам не понадобится. Вот. Теперь я беру картон, нам этот шаблончик уже не понадобится. То есть, если вы хотите, можно не вырезать, можно просто взять этот картоновый шаблон и приклеить вот так. То есть, можно приклеить этот самый шаблон. Я приклею лучше шаблон. Вот. Шаблончик наш уже вырезан, у нас две вот таких вот части уже есть.
Две таких части. Вот они. Вот. Теперь, если у вас нету такого вот прям рулона, нам подойдет частичка от этого рулона. Вот, сейчас я не могу найти, правда, этот конец, вот. Нам подойдет хотя бы вот такая вот сейчас. Вот столько нам подойдет, если видно, сеточка такая вот. Теперь берем одну из наших шаблончиков, прикладываем, уж на заднюю сторону приложить. Вот так прикладываем. Вот. И теперь мы берем клей-вальс, кисть. И сейчас я его там выдавлю. Вот клей-вальс. Вот. И мажу наш этот шаблон, который был шаблоном. Он уже стал одним целым с ракеткой нашей, да? Вот. Я мажу его полностью, чтобы хорошенечко приклеить к нашей самой ракетке, вот этой. Можно взять... Можно взять, если у вас нету, если у вас не осталось ремонта такая сетка для шпаклевки, то можно взять бинт или любую другую сетку. Вот так вот мы приклеиваем и ложим под пресс, чтобы она хорошо приклеилась. Вот, значит. Я ее, она высушилась у меня под прессом, вот, и я наклеила сетку, вот, и обрезала ее со всех сторон неровности, подпилила пилочкой или наждачкой, вот, и покрасила ее гуашевой краской. Все. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписываемся на мой канал и не забываем писать комментарии. Всем пока!